интервью берет. Говорят, что вот антисемитизм, я говорю, есть у нас бытовой. С чего начался? А я говорю, с 17-го года, когда все первое советское правительство были евреи. А сейчас, говорю, сейчас есть. Говорит, есть евреи у вас в партии? Может быть, есть, говорю. Не знаю. Статья в газете. Жириновский сказал, что у него в партии одни евреи. Ну что это такое? И сам он еврей, и евреи господствуют в России. Ну что это? Я объяснил ситуацию в стране, она пишет так, как ей хочется. Ну, что ты можешь сделать? В этом беда.